вооруженная банда, которая воюет, ну, находится в сложных отношениях с центральным правительством. Центральное правительство ее снабжает по каким-то, ну, по тем причинам, понятно, по каким. Это главная, в общем, действующая сила на определенных участках фронта. Но эта банда позволяет себе ставить условия правительству. Эта банда позволяет себе брать в плен командира бригады, 72-й бригады. Это ведь не просто подполковник. Я повторяю, это комбриг, это командир бригады, угу. Это старший офицер. Должностное лицо. Не просто должностное лицо, а это достаточно, это должностное лицо, облеченное серьезными очень полномочиями. Это человек, отвечающий за, ну, в идеале за, значит, 4 с лишним тысячи вооруженных людей, помимо всего прочего. На нем огромная ответственность, чтобы эти люди не разбежались, значит, воевали бы с противником, а не грабили местные магазины.